Махор. Ну что я вам хочу сказать? Всем хай-фай! Вы смотрите музыкальный проект «Народный Махор», в котором вы ищете самых лучших певцов в России и не только. Главный приз у нас 500 000 рублей, и сегодня за него поборется Сергей Сушко. Шоу «Народный Махор». Сергей Сушко – участник третьего сезона проекта «Народный Махор». Да, меня зовут Сергей Сушко, мне 29 лет. Родился я в небольшом городке в Калужской области, в городе Боровск. Так. Ну и где ты тут живешь? Где я живу? Вон там, за лесом, за полем, за домами, за деревьями, за огородами. Красота. Места красивые, а? Краска. Всю свою сознательную жизнь проживаю в Звенигороде, в Подмосковье. В Боровске я рос, взращивался, учился плавать. В общем, набирался сил и вырос тем, кем вырос. Я женат, воспитываю дочку. Мои родители – простые инженеры-геодезисты, до сих пор задающиеся вопросом, как в семье двух инженеров мог получиться, ну, скажем так, артист. Супругу я нашел в городе Саратов, однажды поехав туда. Вот так вот завязались наши отношения. Потом у нас родилась замечательная дочка, которой сейчас будет уже скоро 3 года. Чудный ребенок, принцесса, которая очень радует вообще собой. Каждый день с ней это что-то новое, интересное. Я тещу свою очень люблю, тещу, тесть, у меня замечательные дни. Мы всегда, я когда тещу встречаю с поезда, она с Саратова приезжает. Мама прилетела! Я вижу, мама, а где метла? Ой, Ярослав, старыми анекдотами шутишь, а? Уже 12-й до сих пор трезвый, молодец. А что вы сразу вот это вот начинаете? Ярик, мама, давайте лучше шампанское пить. На перроне обязательно она мне едет, рассказывает какой-нибудь свежий анекдот, обязательно про зятю с тещей. Мы смеемся с ней вдвоем, я так сижу, говорю, слушайте, мама. Я честно хочу вам сказать, что... Мама, я люблю вас. Я ее мамой называю, я говорю, мама. Я не знаю, про кого эти анекдоты пишут, но у нас же ведь с вами все не так, у нас же с вами все по-другому. У Сергея интересная история знакомства со своей будущей супругой. Для завоевания своей второй половины ему пришлось прибегнуть к своим вокальным и артистическим талантам. Да, я, конечно, целенаправленно поехал в Саратов, потому что уже были знакомы с моей супругой. Специально поехал туда, чтобы уже, так сказать, закрепить отношения, уже еще раз пообщаться с глазу на глаз. И не раз я, конечно, туда съездил. Я съездил туда много раз, летал, ездил на поезде, общались, гуляли, дружили. Ну и додружились, в общем, так сколько это было. Ну, около года. Около года дружили и все-таки подошли к моменту, когда мы поженились, начали жить вместе, и у нас родилась дочка. Зацепил, конечно же, сразу глаза. Бросились в глаза ее глаза. Зеленые, необыкновенные, красивейшие глаза. На них сразу я и купился. Может, даже не посмотрел я на остальные какие-то ее черты. Потом уже в процессе мы все постепенно друг друга узнали. Я смотрел только в глаза. Приходилось использовать запрещенные приемы. Где-то и спел, где-то стишок прочитал. Вот. Все это, конечно, все, что есть в арсенале, надо всегда это использовать. Сергей Сушко. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Сергей очень разносторонний человек и помимо вокала играет в театре и часто работает ведущим различных мероприятий. Конечно же, хочется, есть цели там, сыграть какие-то определенные роли, каких-то определенных персонажей. Над этим постоянно и работаем. Ну и по песням, конечно же, хочется исполнять какие-то достойные песни, которые каким-то образом будут отзываться в душах, в сердцах людей, которые нас слушают, которые нас смотрят, любят даже. Это очень ценно. Сергей всегда активно поддерживает «Народный Махор» во всевозможных флешмобах и начинаниях.
Была замечательная такая песня «Дороги», которую мы исполняли с талантливым водителем Ярославом Сумишевским. Да, это здорово, стараюсь поддерживать. Но я знаю только одно. Стараюсь бывать на концертах Ярослава. Искренне всегда всем говорю, что я действительно, мне нравится этот артист, моей семье нравится этот артист. Вот дочка уже узнает, говорит, что это Ярослав. Она знает, уже знает песни, знает, как под них танцевать и так далее. Когда я снялся в третьем сезоне, стали узнавать. Ну, тихо тычут пальцем в магазине иногда. Однажды я, так как я еще и ведущий, иногда веду мероприятие, вел одно мероприятие, и ко мне подбегает женщина с такими вот глазами, подбегает, набрасывается и кричит всем: «Это ж тот, который в интернете пел с вот этим». Это тот, который пел с вот этим и который пел у Малахова. С участниками, с которыми мы каким-то образом общаемся, мы действительно очень сдружились благодаря этому проекту, благодаря народному махору. У Сергея появляются в его творчестве авторские песни, и он экспромтом представил одну из них у нас в передаче. Мне приходит СМС от Марины Селивановой, действительно, от участницы проекта «Народный махор», «Народная волна», замечательная певица, композитор. Приходит СМС: «Я для тебя написала песню». Я говорю: «Что, как, где?» Она: «Где я сейчас в пробке, я тебе напою». Она мне напевает эту песню. Песня сразу приклеилась. Потому что я ехал уже потом в поезде, напевал. В общем, приехал, что называется, быстренько-быстренько. Здесь нужно было решить вопрос, сделать всю аранжировку и подготовить эту песню уже, так сказать, к выходу. «Я был на Алтае, я видел красоты, которые я никогда не сумею забыть. Нет, я не забуду степные просторы, дороги России, мой сказочный путь. Береза, береза, зачем так случилось? Ну что же ты так не пригнула своей головы? Я был на Алтае, и сердце сжимая, не смог, не успел я пожать вашей правой руки. Я был на Алтае, и сердце сжимая, не смог я пожать вашей правой руки». Сергей – оптимистичный человек, который с уверенностью смотрит в будущее и ни о чем не сожалеет в прошлом. Нет, я ни о чем в своей жизни вообще не жалею. Вообще. Потому что пока все идет так, складывается так, что все то, что я сделал, и то, что я делаю, в общем, оно все пока идет правильно. Если какие-то есть мелочи, ну это я уже там в себе покопаюсь, сделаю поправку и как-то исправляю эту историю. А так что-то такое глобальное, что нет. Шоу «Народный махор». Ветреной девчонки, я сегодня пропаду, загуляю до зари. Будет мне всю ночь шептать ее голос нежный, тонкий, с распухших губ слетать птицы жаркие любви. Запрягай этот день вместо тройки лошадей, пусть несется он вскачь, обгоняя свою тень. Запрягай этот миг, пусть сгорает он огнем, чтобы мы когда-то вспомнили о нем.
Буду ей шептать слова, и внезапно в них поверит. Прямо в небо упаду на лучистую звезду. И закружит горизонт нас в небесной карусели. И с любимой на руках в облаках я пропаду. Запрягай этот день вместо тройки лошадей. Пусть несется он скачь, обгоняя свою тень. Запрягай этот миг, пусть горает он огнем, чтобы мы когда-то вспомнили о нем. Запрягай этот день вместо тройки лошадей. Пусть несется он скачь, обгоняя свою тень. Запрягай этот миг, сгорает он огнем, чтобы мы когда-то вспомнили о нем. Дни надежды и мечты пролетели, как метели. Повзрослели я и ты, постарели, посидели. Но не гаснет огонек нашей юности мятежной. Тот не будет одинок, чья душа горит, как прежде. Запрягай этот день вместо тройки лошадей. Пусть несется он скачь, обгоняя свою тень. Запрягай этот мир, пусть сгорает он огнем, чтобы мы когда-то вспомнили о нем. Запрягай этот день вместо тройки лошадей. Пусть несется он скачь, обгоняя свою тень. Запрягай этот миг, пусть сгорает он огнем, чтобы мы когда-то вспомнили о нем. Пусть несется он скач, обгоняя свою тень. Запрягай этот миг, пусть сгорает он огнем, чтобы мы когда-то вспомнили о нем. Запрягай этот миг, пусть сгорает он огнем, чтобы мы когда-то вспомнили о нем. Эй! Шоу «Народный махор». О, вот это да, слушай, так, я так еще не пел, ну в смысле не танцевал. Я тоже, честно говоря. Ну это на самом деле, знаешь, это благодаря Олегу Газманову мы сегодня так потанцевали. Как он это делает, я до сих пор не понимаю. Вот честно говоря, мы одну песню спели, уже просто заколебались. Я не представляю, как можно целый концерт так, да? Это о чем говорит? Нужно заниматься спортом. Отжиматься. Отжиматься каждое утро. Да, да, да. Бегать. Бегать, прыгать и танцевать. В общем, сейчас немножечко передохнем, дорогие друзья. У вас есть время зайти на сайт махор.ру, проголосовать за Сергея Сушко. И, возможно, он выиграет главный приз. Сколько? 500 тысяч рублей. Вот, ну, в принципе, можете еще подумать, потому что будет сейчас сольная песня. А самое главное, вам нужно быть активными. Это, конечно же, комментировать выступления наших участников. Подписывайтесь на канал Нармахор в Ютубе, если не подписались. В общем, делайте все это, будет классно, здорово, великолепно. Да? Сольная песня с тебя. Какая? Песня Александра Кварты «По дороге к солнцу». Тоже веселая. Поехали! Шоу «Народный махор». Однажды где-то посреди большого света повстречаешь всю же друга, что поверит тебе.
ничего не скажешь, только вдаль укажешь, и разом побредете по дороге к мечте, по дороге к солнцу. Ничего не скажешь, только вдаль укажешь, и разом побредете по дороге к мечте, по дороге к солнцу. Утром ты станешь мудрым, ты вдруг поймешь, что твоих сил не счесть. И все, что в мире есть, всего лишь часть тебя. Все же всего дороже в твоей душе остается мечта. Она с тобой всегда, она поет о том, что где-то посреди большого света повстречаешь все же друга, что поверить тебе. Ничего не скажешь, только вдаль укажешь, и разом побредете по дороге к мечте, по дороге к солнцу. Новый сезон, шоу «Народный махор».